Итак, 21 962 километра позади. Многие не верили, что мы сможем сюда доехать и написать слово «Россия» на всю страну. Но мы сделали это. Мы во Владивостоке. Владивосток – финальная точка легендарного автопробега «Экспедиция-2014». 8 июня команда из 4 человек выехала из Астрахани на автомобилях. На разных этапах к команде присоединялись участники из разных городов. За 2 месяца более 1500 населенных пунктов, сотни интересных людей и уникальных историй. Отчетами и впечатлениями путешественники делились в своих блогах. По дороге из Якутска в Алёкнинск мы проезжали Ленские столбы. Никто из пассажиров ракеты не вышел на них даже посмотреть, потому что для них это обыденность. Я уже бывал на Ленских столбах год назад, когда приезжал сюда в Якутию, но я, тем не менее, решил еще раз насладиться этим божественным видом. Путешествие оказалось не только увлекательным, но и патриотичным. Своим маршрутом участники экспедиции написали имя нашей Родины. Если проделанный путь в соответствующем масштабе переложить на карту страны, получится слово «Россия». Учитывая специфику дорог, которые у нас есть, вокруг Байкала только получалась буква «И», и в сторону Якутии только буква «Я». Поэтому, когда начали думать, какое можно слово написать, ничто лучше, кроме как «Россия», выбрать было невозможно. Точку путешественники поставили во Владивостоке, и для многих участников экспедиции побывать в городе у моря было настоящей мечтой. У вас есть океан, у вас есть маяки, у вас есть флот, у вас есть остров Русский с кампусом, да? Все это очень круто, у вас есть мосты, то есть мы везде проехали, вот, и, ну, то есть я, когда я увидел этот вид, но я был поражен больше, чем Сан-Франциско. Сергей – капитан, так мужчину называют другие участники экспедиции. Во Владивостоке он уже в 5-й раз. Мосты, кампус ДВФУ, набережная Цесаревича. Ничего этого в прошлый приезд в городе еще не было. Новинками Владивостока Сергей восхищается, несмотря на усталость. Очень сильно устал. Очень хочется поспать в своей кровати, потому что у нас каждый день новая гостиница, новая кровать. Это, конечно, тяжеловато. Я пару раз ночью вставал в туалет и заходил в шкаф. Во Владивостоке путешественников встречали теплой погодой и горячим приемом. На набережную Цесаревича собралось 1500 горожан. Многие пришли с детьми. Песни, игры, аквагрим. Атмосфера праздника передавалась от сердца к сердцу. А изюминкой этого дня стало то, что жители Владивостока сформировали специальное сердце. Сердце Владивостока. Поднять голову вверх. Полетели! Такие сердца путешественникам дарили в каждом городе. Самое большое сформировали в Якутске, где в фигуру выстроилось 880 человек. И сердца городов навсегда останутся не только в памяти, но и на спутниковых картах первой в России национальной поисковой системы. Вообще проект «Спутник» своим основной задачей считает больше концентрироваться не на крупных городах типа Москвы, а на города, которые там 1 500 000, то есть где основная жизнь и где есть больше востребованность в информации, чем в Москве, потому что там уже все перенасыщено и есть где взять информацию. Рассказать о новой первой национальной поисковой интернет-системе, а также популяризировать туризм внутри страны, путешественники решили нестандартным образом. Для этого пришлось преодолеть более 20 000 километров. А для Владивостока разработчики спутника пообещали создать специальные услуги и сервисы. Но пока сюрпризы для города у моря специалисты держат в секрете. Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на 8.